Всем привет, я Диана Лайф, и сегодня мы на стране дорогого и дешевого печенья. Поехали! Сейчас у меня есть вот такое вот печенье и вот такое вот. Также у меня есть вот это вот, но живчиком я буду просто забивать. А так мы начинаем. О, кстати, завтра выйдет последняя часть неловкие ситуации в школе. Вот эта вот пачка дешевого печенья. Стоила она 8 гривен. На самом деле, вот эта вот нормальная пачка печенья, в принципе, вкусная. А вот эта вот пачка уже дорогого печенья, которая стоила 14 гривен. Это печенье более вкусное, с вкраплением шоколада. И оно мое самое любимое, если честно. Давайте же сначала оценим по упаковку. Ну, понятное дело, что вот эта вот упаковка намного хуже, чем вот эта. Потому что, во-первых, здесь вот тут есть такие, ну, мы потом откроем, я вам покажу, тут есть такие вставочки, куда можно вставить печенье. А тут просто оно столбиком положено, вот и все. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с вот этого печенья. Сейчас мы определим его так. Вот, его уже открылось, сейчас мы можем. Тут, кстати, не сказано, сколько тут этих печенья, но их достаточно много здесь. У обоих фирма Рошеновская. Сейчас мы определим на вкус это печенье. Выглядит оно такими квадратиками, ну давайте же попробуем. На вкус оно... Мне начинается вкус этого печенья, напоминает... с детства. Мне очень приятно, особенно с чаечком или с молоком. Да, я этому печенью из 10, наверное, 8. Ну, не так уже, но идеально. Ну, давайте же попробуем дорогой печенье. Дарк Чоко, и тут всего эти штучки 9. Сейчас мы откроем и попробуем. Говорят, что тут пудренная присыпка. Ну да. Кстати, такое печенье еще и с белым видом, но я беру всегда черный. То, что я, в принципе, и говорила, люди, вот такая вот баночка, и каждая вот такая вот пробочка, такое печенье. И, ребятки, 7, 8, 9, 9 штучек. Давайте же определим вкус. Как вы видите, какая она на вид интересная, такая, пахнет очень глазурью. Кстати, это чем-то не пахнет абсолютно ничем, ну, немножечко таким маслом. Вот, а тут вкрапленный шоколад, давайте же попробуем. Обалденно просто, ребят. Этому печенью надо 10 из 10. И все же побеждает в этом раунде барабанная дробь.